Какие мысли посещали? Как такое вообще произошло? Как вы думаете, что вы вообще попали туда? Может быть, советное задание другим родителям? Что вы думаете о Магомеде Нурбаганде? Расскажите в тот день, а что вы в тот день думали? В тот день тоже я против того, чтобы его убивали, я просил их тоже старше, которые со мной были, чтобы не убивали его. Но самый молодой я был, даже не слушать не хотел. Халибек такой, забил его, он даже слушать не хотел. А какие были ваши доводы? Доводы, почему вы не хотели, чтобы его убивали? Я честно говорю, мы его так убили, перед моими глазами убили, просто слишком неожиданно убили, даже его не пытались убивать. Они на Хальбеку сам говорят, что он его не убил, потому что посылки там находятся, стоят. Когда хорошо, уже это первое продолжение, у меня уже сердце не будет, что честно. Я первый раз в жизни видел человека здесь, я давно так уже мертвый лежит. Я честно, в общем, сильно воздействовал на него. Если бы сейчас была возможность семье Нурбагандова сказать, что бы вы сказали? Очень искренне сожалею, что с его сыновьями, с их сыновьями тоже случилось. Надеюсь на их непонимание, надеюсь на их непрощение, тоже только что случилось. Я не мог бы вам еще никакого рода не дал, остановить. На какое наказание вы рассчитываете? Искренне даже думаю. Надеюсь на это, то, что зовут мне своё, что все было, хочу. Снисхождение тоже, да? Снисхождение получилось, естественно. Как быстро к вам пришло решение о том, чтобы сотрудничать со следствием, вот после этого инцидента? Со следствием сотрудничать я вообще сам не хотел, собирался в любом случае выйти с вами, выйти сдаться, все рассказать, собирался. Я даже не снимал, что со следствием сотрудничать.